стране назревает новый золотой скандал. Еще до независимости Кыргызстан производил золото, но никогда никаких проблем не возникало. В соседнем Узбекистане тоже золото добывает иностранная компания. Однако она передает примерно половину добытого золота государству и затем работает с оставшейся половиной, выпускает акции, платит дивиденды. Если бы золото добывало само правительство, у нас тоже так же было бы. Однако кто-то придумал, что Кыргызалтын должен быть акционерным обществом, а это всегда сокрытие некоторой информации. Даже депутаты сейчас не могут получить полную информацию, как Кыргызстан развелся с канадцами, или получить полный текст последнего соглашения. Тут еще Кыргызалтын, Национальный банк и правительство выпускают разную информацию об экспорте золота. Если бы в Кыргызстане было настоящее президентское правление, глава государства просто стукнул бы кулаком об стол и потребовал навести порядок. Но он сам о том же экспорте золота дает другую совершенно информацию. Тут еще стали распространяться фотографии его родного брата со слитками золота.